Впервые за 20 лет в гастроэнтерологическом отделении областной больницы проходит капитальный ремонт. На обновление из регионального бюджета выделено 42 миллиона рублей. Ремонт в отделении стартовал не так давно, но результаты уже радуют весь медицинский персонал. Уже исправили систему холодного и горячего водоснабжения, установили новую систему отопления, заменили напольное покрытие. В настоящий момент идут отделочные работы. Сильно не меняли внутренность отделения. То есть там помещение сохраняется. Небольшое там только расселение некоторых помещений. Не стала урезать коридоры, потому что это место прогулочное для пациентов. По словам зав. Отделения Натальи Климовой, сегодня в Ульяновской области все больше пациентов обращаются с проблемами желудка и печени. Только за последний год в отделении обследовалось более 3000 человек, а госпитализировано свыше 1500 пациентов. Именно поэтому для комфорта людей и медицинского персонала ремонт так необходим. Распущенность в еде и в питье. И поэтому очень много токсических гепатитов. Это алкогольные, суррогатные. Достаточно много циррозов печени, которые уже подошли к рубежу очень тяжелому. Тяжелый панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, которое определяет и смертность, и инвалидность, и тяжесть состояния. Напомним, что отделение гастроэнтерологии Ульяновской областной клинической больницы оказывает медицинскую помощь с 1988 года. Здесь при помощи современного оборудования успешно проводится лечение всех видов заболеваний кишечника и печени, а также ведется наблюдение за пациентами с язвенным колитом и болезнью Крона. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.